Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Jack Rose. Продолжаем Kingdom Hearts. В прошлой серии мы с вами закончили мир Wonderland. И сейчас отправляемся в следующие миры, чтобы найти Алису. Куда-то она исчезла, вопрос куда? Справа ее тьма. Мы обязательно найдем. Снова полет, снова. Снова дурацкие прохождения. Не знаю, как это работает. Стараюсь попадать, но не попадаю иногда в телефон. В общем, суть какая. Отправляемся на поиски, у нас есть новое заклинание. Кстати, знаете, что вспомнил? Когда мы были в мире Олимпа, и нас попросили сдвинуть камень, мы не смогли, потому что у нас нет достаточной силы. И там были еще факелы какие-то огромные. Помните, да? И Сора задался вопросом, а что будет, если они перестанут гореть? Может быть, мы их сейчас как раз заморозим, и что-нибудь да появится, что-нибудь спустится к нам с Олимпа или наоборот поднимется. Возможно, сам Геркулес придет и вступит нам в пати, и его силы мы сможем воспользоваться. Вопрос, не знаю пока. Обязательно все узнаем. Но основная цель наша найти Алису. Ее похитила тьма. Судя по всему, все, не нравится мне этот проходы, честно говоря. Мне не пьет. Давайте завершим этот полет. Да, все, на месте. Так, Олимп. Колизей Олимпийский. Олимпийский Колизей. Мы на месте. Ворота Колизея. Так, ну смотрите-ка, у нас тут... Есть возможность, да? Давайте попробуем. Что нужно? Более сильное заклинание? Блин, все-таки не получится. А, но мои догадки были верны. Нам нужно более сильное заклинание заморозки. Так, а это у нас... Честно, забыл, как зовут. Персонажи... Филактет. Филсатир. Понятно. Ну, в итоге нам в любом случае не сюда. Здесь, видите, есть знак триединства. Нам нужен, скорее всего, будет Геркулес. Как бы это печально ни было, нам сейчас предстоит... Слушайте, эти фиолетовые штуки меня смущают. Как бы ни было печально, придется снова... лететь к Тарзану. Да, печально, ну ладно, что поделать, такова судьба. Слушайте, хотя вряд ли Алиса будет в том мире находиться, согласитесь, это довольно странно. Бесконечные полеты. Как они меня бесят.
либо их завершить. Что по плану на PlayStation 2? Я прохожу все еще не по спидкарбон. Также прохожу Kingdom Hearts. Будут, скорее всего, разные геймплеи Killzone и, наверное, Ratchet & Clank. Я соскучился по футболу, поэтому, может быть, поиграю в UEFA Euro 2008. Также ждите скоро на канале FIFA 23. Моего друга есть возможность приобрести. Мы недавно приобрели 23 FIFA. И в ближайшие дни можно будет в ней поиграть. Но вообще, Star Wars Battlefront 2 хотел поиграть. Ну, немножечко, может, погонять в Гран Туризмо. Очень я скучаю, на самом деле, по гонкам хорошим. Так, не получилось у меня. Полететь без травмы. Страдаю немножко. Так, что это мы пролетели? Так, давай. Слушайте, я честно не смотрю гайды, не смотрю прохождение. Мне интересно проходить это самому. Ну блин, я не понимаю, что делать в джунглях с Тарзаном. Честно. Я не понимаю, как быть с Тарзаном. Мы сейчас тогда переместимся сразу не к кемпингу, а к лианам. Не буду я... Давайте джангл просто. Попробуем попрыгать. Так. Я не понимаю только, зачем туда нам двигаться. Так, качаемся. Так, разный темп у нас с этой лианой. Так, перестаю качаться. Слушайте, не может он запрыгнуть. Нет, не могу запрыгнуть. Так, вот так. Так, отлично-то отлично. Что в этом смысл? Давайте запрыгнем сюда. Так, Vines 2. Ой, отлично как. Слушайте, все-таки правильно шли мы. Надо было по лянам прыгать. Тарзан.
Kerchak, please listen to me. Выслушай меня. I know the nesting grounds are secret, but I trust them. Я знаю, что ваши. I want to help them. Вы должны помочь им, потому что они нуждаются в нас. Я знаю, что вы держите свои семьи в секрете. Oh, did you get that? No. Ты понял? Kerchak. Нет, Kerchak. Kerchak ушел. Он выглядит удрученно. Может быть, вернуться в дом на дереве? Давайте вернемся в дом на дереве. Так, Трихаус. Почему просто катсцену не принести сюда было, да? Так, а это кто у нас? Забыл, как зовут, представляете? Нет! Давай спасай! Wait, Kerchak. Подожди, Kerchak, пожалуйста. Нет, они уходят. You don't understand. Ты не понимаешь. Я лишь пытался. Змея проползла здесь. Я спас бедную гориллу. Нет. Правда. Это все неправда. Так, что дальше-то? Познан, что дальше? Здесь сетка. Куда дальше-то идти? Вот вопрос. О, сундук. Спрятался. Мега Поушен. А что, нам придется возвращаться опять в лагерь? Или что? Не совсем понятно. Что в журнале? Хроники? Блин, ну вот по видео непонятно, что произошло. То есть что дальше? То есть Тарзан расстроенный ушел? Куда ушел? Он ушел в лагерь обратно, к Джейн? Куда охотник делся? Тут непонятно вообще. Fire!
Вообще непонятно. Так, враги. Ах ты, зараза. Так, тихо. Да что ж такое-то? Почему? Дон, помоги. Так, сюда забраться мы не можем. Проваливаемся опять в яму. Ну да, наверное, надо будет идти в лагерь. Спрыгиваем в озеро Гиппопотамов. Хотя нет. Здесь что-то другое. Так, сохраняемся. Так, ну давайте, погнали. Что это такое? Почему я не прыгал сюда ранее? Ой, знаете, что я вспомнил? Тарзана на первый PlayStation. Вспомнил Тарзана на первой PlayStation, когда надо было также по лианам гнать. Ой, как я не любил эти миссии. Так. Слушайте, прикольно. Как-то, да, вот так наугад, но все равно прыгаем. Идем к своей цели. А, и сразу в лагерь. Так, ищем Тарзана тогда. Может, сейчас нужно будет вглубь леса уйти все-таки? Как ты допустил такое? А, мисс Портер, я говорил, я не целился в гориллу. Ты близко не подойдешь к гориллам снова. Из-за чего? Из-за того, что вы смешались с этим... аборигеном? Тарзан, наваляй ему, а. What am I doing with these imbeciles? Что мне делать с этими имбецилами? Blasted gorillas! Я застрелю каждую из них. I'll track them down somehow. Я сам их найду как-нибудь. Я поставлю всю свою жизнь на это. Так, кто там выскочил? Так, други, стоп! Дональд, прости меня. Возьму... Тарзана в пати. Не обижайся. Тарзан, идем за мной. Heartless! Бессердечные. Давайте. А, это бессердечные. Видимо, как еще сделано, представляете? Они очень ловкие. Получай. Они умеют лечиться. Уф, пора гасить их. Так, отлично, отбились. Так,
получили опять очередной бесполезный камень. Так, ребят, давайте. Нужно восстанавливаться. Сами видите, что они опасные. Так, двинем. Проще бамбуковая. Слушай, не очень ловкие. Так, отлично. Кто-то при смерти. Так, прекрасно. Слушайте, хорошо отбиваемся. Еще одну гориллу спасли. Так, осмотримся. Есть еще, да, камушки надо собирать. Так, и последний у нас сюда ведет. Клифф. Так, прекрасно. Пока. Так, отлично, идем. Так, давайте. Так, ребята, тихо. Так, мегапоушен на всех. Вот это у них удары, конечно, мощняцкие. Очень мощно бьют. Так, еще одну гориллу спасли. Слушайте, а куда дальше-то идти? Ну, а в принципе, дальше больше некуда двигаться. Мы все уже исследовали с вами. Тарзан очень высоко прыгает. Снова к дому на деревьях тогда идти, получается, придется. О, нет, еще. Так, ребят, отходим. Так, проигрываем пока что. Так, Тарзан, помогай. Прекрасно. Так, пока. Еще. Так, надо обычный пошли. С обычными-то мы справимся. Что это? А, еще один. Да что такое-то? Мартышка. Опа, все монеты растерял. Офигеть, но убить врагов. Господи, когда вы закончитесь? Так, давайте собирать все. У нас уже почти косарь этих монет. Фу. Идем в лагерь. Да, это надолго. Нам здесь не выиграть, ребят. Все, нам не выиграть. Ха!
Да не может быть! Я же уворачивался, блять, ну сука, ну как так-то? Это пиздец. Это пиздец. Все, всех пострелял. Гаси, гаси, гаси. Молодец, Гуфи. Слушайте, он просто красавец. Так, все, пауза. Так, срочно нужны предметы. Отлично. Так, Джей. Блин, я сейчас боюсь, что зайду в палатку, а там... После этого опять нападут. Слушайте, стал чаще сохраняться. Уж очень ненадоедливые. Все, погнали. Тарзан силен. Я думаю, что с Дональдом мы бы просто отъехали быстрее намного. Этой коробки не было. Так, от этого мы сбежим. Отстань. Лагуна гиппопотамов. Так, все, забираемся наверх. Опять. Гипослагон. Нам надо еще выше, да? Нет! Блядь, да заебешь ты, сука! Вот заебет он меня нахуй. Честно. Он просто заебал вот это падение постоянно. И так управление хуёвое, так еще и, блядь, и падает, как пидорас, блядь. Сука, педики. Ой, ладно. Еще раз пробуем. Так, качаемся. Качаемся. Так, бля, сейчас куда? Я забыл. Так, запрыгиваем. Раз. Два. Три. Все. Вайнс 2. Все отлично. Ух ты. Еще сундук. Вот зачем ты это сейчас сделал? Так. Щенят нашли. Прекрасно. Так, прыгаем. Прекрасно. Так, вот они, наши лианы, наверх. Так.
Отлично. Забираемся. Фу. Черт, ты здесь. See ya. Fire. Fire. Come on. See ya. Отлично. Слушайте, надо магию качать, короче. Очень спасает. Ой! Fire. Отлично, завалили. Так, спасли еще одну обезьяну. Да, молодцы. Все, нам все ближе и ближе идем к... Ой, знак триединства появился. Слушайте. Знак триединства появился. Мы сейчас его не можем использовать. Его не было здесь. Ходите сюда. Ладно, идем к дому. Давайте завершим уже эту миссию. Отправимся дальше. Да, они рядом. Мне нужна помощь. Ах ты, сука. Так, тихо. Сора. Так, отлично, принимаем пилюльку. Прекрасно. Еще? Ах ты, зараза. Получай. Последний? Еще? Где еще? Где еще? Снизу? Вниз упал, наверное. Давай. Ах ты, гад. Толпой окучили его. Еще одну гориллу спасли. Я, конечно, все понимаю, а дальше-то куда? Кого мы еще не спасли? Так, бочка здесь есть. Предлагаю ее взять. Да что ж такое? Не мешайте. Предлагаю ее взять и с нее запрыгнуть на лестницу. Нет! Да что такое-то? Господи, ну и бред. Единственный враг в этой игре у меня это управление, блядь. Это просто пиздец. Настолько уебищного управления я, в принципе, не видел. Для экшен-игры это очень плохо. Очень плохое управление. Ну куда? Отлично. Супер. Так, здесь что-нибудь есть? Так, сюда нам не надо. Так, сейчас заберемся по лестнице. Да, тут есть лестница.
Нет, да что ты, сука, делаешь-то? Ёбаный ты Зора, блядь, Сора. Вот нахуя? Просто нахуя, спрашивается. Сейчас все заново поднимаемся. Ой. Там наверняка на крыше какое-то сокровище. Ненужное, опять же, нам. Но уже поздно. Раз взялись, надо проходить. Да сука ты! Хули ты делаешь-то, блядь, пидорас? Ну, сука! Просто сука! Блядь, я не могу нахуй. Я это управление в рот ебал, блядь. Извините уже, блядь, что я ругаюсь, но это пиздец полный. Все равно никто смотреть не будет, поэтому делаю, что хочу. В рот ебал я это управление нахуй. Уебищное. Ой, блядь. Так, отлично, прыгну. Да хуй ты делаешь-то, блядь? Ага, эту хуйню я разъебать не мог. Ну ладно. Там еще лестница была снизу. Я почему-то хочу сюда заползти. Мне кажется, здесь либо, блядь, сундук какой-то, либо что-то пиздатое спрятано. Так, все, отлично. Да, какой-то сундук здесь есть. Протера Чейн. Так, ну что тут? Повышает защиту, вот это. Угу, сила снизится, ХП снизится, если заменю. Ладно, давайте ребятам дам. Гуфи дам, Protected Chain. А Дональду и Фритовый Рок. Тарзан ничего давать не буду, потому что, ну, хуй знает, останется он с нами или нет. Может, не останется. Так, еще раз заползаем. Теперь уже вот на эту лестницу. Я так понимаю, она сюжетная? Или нет? А зачем? А зачем? Объясните мне кто-нибудь, зачем? Я не понимаю. И куда идти дальше, я тоже не понимаю, потому что, ну, это пиздец. Ни карт, ни направлений, у нас ничего нет, мы ничего с вами не можем. Интересно, смогу ли я проползти по веревке или эту веревку оборвать хотя бы? Видимо, нет. Нет! Ой, да похер, короче, упали и упали. Еще раз, давайте поднимемся по вот этой лестнице. Вряд ли там можно дойти куда-то по ней. Блять, крутись ты, камера, сука. Ну, ёбаный ты в рот, блять. Я ненавижу нахуй эту камеру. Здесь ничего нет больше.
Так, Тарзан, ну что, мы теперь в лагерь идем или куда? Давайте, наверное, двинемся в лагерь. Я не знаю, как забраться на эту лодку. Вообще. Так. Сейф. Ладно, сейвиться пока не будем. Тут пока есть возможность. Пати нам нужно будет поменять на Дональда. И прыжочек совершить. Зачем-то прыгаем. Да-да, я понимаю, надо прыгнуть. Ну, естественно. Так, ну что, коллеги, мы снова вернулись сюда. Непонятно, в принципе, что делать дальше. Найти. То есть мы бесконечно бьем этих мурлоков. Не дай бог, мы с вами зайдем в другую локацию еще. Так, Джейн, поговори с нами. Я надеюсь, мистер Клейтон в безопасности. А где мистер Клейтон? Но это мы узнаем с вами в следующий раз. Все, хватит на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Плейлист на прохождение Kingdom Hearts будет в описании и по всплывашке в конце. Ой, ребят, до скорых встреч. Пока.